Накануне стражи границы передали в музей спасенные художественные ценности, икону «Двунадесятые праздники», 13 орденов, значков и медалей и редкую бразильскую монету конца XIX века. Все предметы представляют огромную ценность и большой исторический интерес. Раритеты относятся к категории культурных ценностей. Практически невозможно найти ни одной музейной коллекции, наверное, ну, может быть, за исключением этнографии. Так кажется, и туда что-то из таможни передавалось. Во всех других практически присутствуют предметы антиквариата или предметы тоже запрещенные или ограниченные к вывозу. Даже в минералогической коллекции есть прекрасная часть, коллекция минералов, которые тоже были переданы таможней. Мы их нередко уже экспонируем. А вот экспозиция нашего музея, коллекция иконописи практически полностью состоят из предметов, переданных таможней. По решению суда 15 предметов были конфискованы у людей, нарушивших законодательство. Икону «Двунадесятые праздники», написанную во второй половине XIX века, изъяли у жителя Украины на выезде из Беларуси. Ордена, значки и медали у россиянина, следовавшего через белорусско-польскую границу. Бразильская монета представляет особую историко-культурную ценность, исключительно уникальная вещь, ведет свой отчет с 1871 года и считается одним из самых редких и интересных образцов того времени. Они были изъяты на белорусско-польской и белорусско-украинской границе сотрудниками Брестской таможни в 2015-2016 годах. Вообще, Брестская таможня ведет целенаправленную работу именно по сохранению историко-культурного и духовного наследия страны, поэтому мы особое внимание уделяем именно тем предметам, которые незаконным образом перемещаются через границу. Таможенная. Именно так между собой сотрудники музея называют большую коллекцию, экспонаты которой переданы стражами границы. Сотрудничеству Брестской таможни и музея спасенные художественные ценности более 25 лет. Сегодня таможенники отмечают всплеск незаконного перемещения через белорусскую границу предметов, представляющих историческо-культурную ценность, причем как на выезде, так и въезде в страну. К слову, за последние два года брестскими таможенниками изъято более 460 историко-культурных ценностей. Все они переданы в Музей Беларуси.